В спортивном комплексе «Виктория» вновь собрались сильнейшие команды для того, чтобы в жестком поединке определить лучших игроков. Новый сезон продолжил турнир между Брестским БГК и командой Сербии «Раднички». На домашней площадке в рамках Сехолиги прошла жаркая игра, следить за которой собрались многочисленные любители данного вида спорта из разных уголков Беларуси и зарубежья. Нешуточная борьба, которая разыгралась на спортивной площадке «Виктории», не смогла оставить равнодушным ни одного любителя гандбола, пришедшего в этот вечер на матч БГК и «Раднички». Главная интрига встречи раскрылась только в последние минуты турнира. Игра была очень трудно, видели все, что было видно. Мы последние две игры проиграли, и нам было тяжело сегодня. Эта команда есть хорошая, и мы играли плохо в защите первый тайм, но второй там чуть-чуть было лучше, но на концу, что сказать, один гол только, но самое важное, три очка осталось здесь, и с том радуемся, да. Приятно отметить, в четвертом по счету туре Сехолиги наши гандболисты одержали победу. Несмотря на отсутствие нескольких игроков в брестской команде БГК имени Мешкова, в нелегком поединке она все же смогла обойти сербский клуб «Раднички». Счет матча составил 29-28. Мы сделали все, чтобы выигрывали и чтобы попадали в Лигу чемпионов, которая была играна, не знаю сколько, 3-4 недели назад. Сделали форму, сделали все, говорили много, а сколько процентов готовы, должны были попадать в Лигу чемпионов. И это сделали. И сейчас это видно, что игроки хоче. Сегодня был, если я помню хорошо, считаю, да, 52 минута, 6 мяч для нас, 28-22. Сделали под рядом 5-6 технических ошибки, суперник на 2 мяча. 87 метров. Несомненно, после серии игр участниками команды БГК имени Мешкова совместно с тренером будет проведена работа над ошибками. Ведь впереди у них не менее серьезные матчи. Один из них состоится в ближайшее время в Македонии. Игроки Брестского гандбольного клуба сразятся с командой «Металлург». Любителям данного вида спорта остается ждать в новых турнирах и новых побед наших игроков. План, как и на каждой игре, ну, не можете сказать, что выиграть или проиграть. Это спорт, но надо бороться. Значит, и надо лучше играть, чем сегодня. Если, опять скажу, если будем так играть, как сегодня, как в Испании, значит, особенно защиту не получится. Каждый третий, четвертый день мы играем и трудную игру, очень трудную игру. Сейчас начинали Лигу чемпионов, мы и все знают, мы проиграли первую игру. И надо то поправить. Если мы проиграем еще в субботу, нам будет очень тяжело выходить из группы, значит, в восьмину финала. И мы знаем, что наша работа, что наша задача, и мы будем все сделать, что можем, да, выиграем в субботу. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».